Всем привет, с вами Android Androidыч, и сегодня я хотел вам рассказать об игрушке, которая называется Тигр Охотник за Кристаллами, которая представляет из себя игру 3 в ряд, в которой вы будете искать различные сокровища. А она на русском языке, и скачать вы сможете абсолютно бесплатно. Присутствует огромное количество уровней, которые вам предстоит пройти, и на вашем пути будут попадаться различные препятствия, такие как камни, ящики, песок и даже лианы. Имеется два типа уровней, дневные и ночные. Ночные отличаются измененным геймплеем. После прохождения каждого из них вам будут даваться определенное количество игровой валюты, которую вы сможете потратить, например, покупая дополнительные бонусы, которые облегчат вам прохождение самой игры, или использовать их для того, чтобы сыграть в рулетку, которая, в свою очередь, тоже дает различные хорошие плюшки. Помимо этого, будут даваться сундуки с бонусами после каждого 10 уровня, а также ежедневные бонусы. Геймплей в самой игре достаточно интересный, а графика симпатичная. Так что, если вы любите игры такого жанра, то обязательно скачайте данную игру. Ссылку на игру вы найдете под данным видео. А для вас старался Android Androidыч. Всем до скорых встреч!